Всем здорова, дорогие подписчики, с вами, как всегда, Диман, а также Дони. Сегодня мы продолжаем играть GTA 5 онлайн, а это рубрика «Приочищи в GTA 5». Кокусяндр, дорогие мои. Да, ребята. Ты завелся? У меня так же гараж заводилась. Короче, ребята, правила простые. Сейчас мы с Дони выберем друг для друга по три автомобиля, которые будем прятать. Это будут читы, то есть, мягко говоря, у нас будут шансы, если мы их найдем, заработать чуть больше баллов, чем обычно. Поэтому, братан, опять же, также 20 тачек списком. Я жду твои циферки. Вот, черкни номерок. Да. Короче, так... Значит, смотри. Тебя не туда понесло. Смотри, ты себе, значит, точнее, я буду тебе сегодня прятать номер 20. BMW Vision. Номер 19. А Ferrari Pista. И номер 18. Баги? Ну, неплохо. Неплохо, вполне даже. Да, неплохо. Чувствую, будем прыгать длину до сегодня. Так, да, сегодня будем прыгать. Понял, хорошо, я запомнил. Давай, если что, наблюдай. А ты же не будешь мне номер 5. Что это? Это получается 1, 2, 3, 4, 5. Акула. Номер, значит, 7. Феррари F8. И давай номер, наверное, 15. И Тесла Родстер. Давай сегодня попрыгаем. Давай попрыгаем, да. Да, давай сегодня попрыгаем. Чисто летающие тачки, однако, да, выпали нам. И при этом... Та самая Феррари, которую ты обожаешь, поэтому я очень этому рад. Давайте сейчас мы заспавним эти тачки, ребята, и дальше расскажу, что будем делать. Итак, ребята, мы подготовили автомобили. Вот эту кучку будет прятать для меня Дони, вот эту буду прятать для него я. Соответственно, зона у нас вот такая огромнейшая. И, ребят, на самом деле здесь еще будут для нас прятать дополнительно 10 рандомных тачек. А в сумме нужно будет найти не меньше 6, не больше 8 для испытаний. Короче, все просто, поэтому погнали прятать. Так, ребята, первую тачку будем прятать акулу. Сейчас мы придумаем куда-нибудь ее засунуть. Да так, чтобы Дауни никогда в жизни не нашел. А вы, ребята, тем временем просто ставьте лайки, подписывайтесь на каналы. И не забывайте нажимать колокольчик. Прикольно. Уже стоит тачка. Нормально. А вот, не забывайте нажимать колокольчик для того, чтобы увидеть все уведомления. Ребят, я не представляю, куда ее прятать. Но давайте просто засунем куда-нибудь вот сюда. Вот как-то вот так вот. Да, я думаю, нормально. Отлично, все, пускай стоит здесь, первая тачка готова. Тесла я решил все-таки спрятать где-нибудь вот здесь, кстати говоря. Почему бы нет? В общем-то, да, давайте мы ее тут где-нибудь спрячем. Вот так вот, чисто на видном месте. И будем надеяться, что Дони сюда не приедет. Ну а далее, самый невероятный трюк в мире. Мы попробуем просто, ребята, как-нибудь закинуть. Нет! Было близко, но надо попробовать снова. Короче, ребята, я, в общем-то, ее спрятал вот здесь. Тут, я думаю, получше уже. Конечно, ее видно. А вот так уже плохо видно, поэтому надеюсь, что Дони ее не найдет. Все, ребята, все тачки мы спрятали, поэтому возвращаемся к Дони. Да, начинаем. Итак, ребята, время я запустил, в общем-то, 7 минут на поиски. Желаю тебе удачи. Да, желаю я просто тебе, братан. Удачи. Что у тебя с голосом? Что у тебя с интонацией? Братан! Все в порядке у тебя? Не знаю. Все хорошо у тебя? Слушай, вот это... Ничего нету. О, нашел! Я первую нашел! А что ты кейс поставил? BMW Vision, которая... неплохо вообще. Это хорошо. Она так изи стояла, и, собственно говоря, ребята... в меня стреляют! Нет. Мне пробили колесо. Спасибо. Понимаю. Просто благодарю этот замечательный район за его гостеприимность. Чтобы ничего не пробили, кроме колеса. Да, это самое главное, ребят, на самом деле. А еще самое главное, вообще самое главное в жизни, вот никогда не поверите. Вот надо подписаться просто на мой второй канал. Вот просто ссылочка будет в описании. Вот все. Это самое главное в жизни у нас. Гонит, ну ладно. Самогон? Нашел. Подожди. Че? Я думал, нашел твою тачку, это обычная Супра здесь стоит. Я разложился! Блин, ну такое. Ну, ладно. Я чуть-чуть разложился, но я заехал в район, где должны стоять тачки. Я напоминаю, ребята, здесь у нас еще стоят 10 дополнительных... Нашел вторую машинку, это Porsche какая-то. Я нашел твою тачку, кстати. Нашел, да? Какую? Да, Tesla нашел, хорошо. Да блин, я не... она стояла, знаешь, как будто, ну, я специально поставил там... Попроще, чтобы ты не увидел ее. Надеялся. Логично, конечно. Блин, ну как логично. Бы...
Угу. Тут хрен поспоришь. Так, а ты, короче, где еще прятал тачки? Ну, как, где, в зоне? Все так же. Да в зоне-то понятно, но мне нужны все читы этого района, понял? Ну, это я тебя рад. Что? Я по котейке проехался, такой был смачный удар, но при этом котейка выжил. Слушай, я нашел еще офигенную тачку. Я нашел еще одну офигенную тачку. Пальцем деланный. А может быть не пальцем деланный, я не знаю, может он из металла сделанный, ну типа. А, что? Я еще одну вижу тачку, кстати, она пропадает. Я нашел Весту, да. Брат. Да, и чисто Веста для ради прикола. Вот так вот, ребята. До свидания. А что ты на тесте делаешь? А ты знаете, не довез, что ли? Знаете, почему Диман так восторгается Вести? Просто его как раз прокатил на Вести, он с тех пор мечтает о ней. Нет. Я тебе изначально говорил, не бери. Изначально тебя предостерегал от этого глупого поступка. А чё? Ты офигел от вида, ты шо? Да, конечно, да, ладно. Пусть будет так, хорошо, без проблем. Я же её такой сделал. Так, на самом деле я еще нашел кое-что. Я нашел еще одну Феррари, и получается, это у меня уже четвертая машина. При этом только один чит. Твою мать. Где баги ты спрятал? Тоже. Мне нужно баги, потому что, в принципе, у меня две летающих тачки, и вижена мне будет достаточно. А что тут Супра делает? А, ты Супру привез? Да. А, ты подожди, ее. Я думал, ты тогда Теслу вез и оставил ее там, а это, оказывается, ты сначала Супру нашел, потом Теслу. Я все понял. Чего? Супру, Теслу? Короче, я нашел тачку, я Феррари твою нашел. Какую? F8. Кто сказал, что она моя? Это сомнительное утверждение. То, что ты ставил, я ее угнал. Везу ее, говорю. И где она находится? В смысле? Где находится? А, ну я ты угнал. Нашел реально или ты... А, я просто не смотрел на сценарий, я видел, да, ты действительно был в тачке. Я подумал, ты просто пытаешься меня... И там взять. Нашел второй твой чит. Феррари нашел. Вай. Я еще одну нашел машину, пока ехал, на самом деле. Но это не чит, да? Ой, нет, тихо. Нет, не чит. А, можно как-нибудь проехать? Спасибо. Кстати, по времени... А, 3 минуты осталось, братан, надо поторапливаться. Мне нужно срочно найти твой багги. Да. Потому что это единственная машина по быстроте, которая может мне что-то подарить в плане балла. А мне надо акулу твою найти. Так, это получается тогда 3 обычных и 2 таких, то есть 5 у меня. А, то есть мне надо... Ну да, один чит осталось найти мне. Или же просто обычную машинку. В принципе, одну знаю, где стоит. Черно-белое. Кстати, ребят, давайте на этом ролике наберем 3000 лайков. Че? Изи же? Я думаю. Что такое? Че? Давайте наберем. Че? Как вот на... Буканул. Ну а че? 5-я минута подходит к концу уже, братан. Нормально. Сколько машин у меня? Мне кажется, быканул это ты, потому что ты засунул куда-то баги. Мне вот, ну... Прям необходимо понять, куда ты его мог засунуть. Мне необходима эта машина. Мне необходимо... Mm-hmm. Ну тут ничего нет. Блин. А сколько я машин тукнул, что понять не могу? А, да я ж не знаю, посчитай. Вернись. Сейчас посмотрим. Так, у меня посчитай. Это раз, вернись. Два, три, так, четыре. Так. А так, где Супра, кстати? А, а вот, с той вот стороны стоит, была. Да. Ага. А, и все, остальное все твое, да? У меня получается раз, два, три, четыре машины я угнал, которые типа эти, ну, обычные. То есть я могу 5, да, в сумме угнать? Да, ты можешь только 5 в сумме угнать, и меня немного напрягает то, что время уже 6 минута подходит к концу, и как бы... Ой, я вижу Кадиллак, но... Здесь что-то забрал? Я нашел баги, рядом с Кадиллаком стояла. О, хорошо, так как? Хорош. Остается минута еще, получается. То есть, подожди, я еще могу поменять одну машину, которая, а что там, Веста хорошая, в принципе, Порше, возможно, поменяю. Сейчас надо только найти что-нибудь подходящее, потому что у меня всего 3 аддона, а можно 5. Ну, я 5 забрал. Да, ты 5-й забрал, да, и нету байков, понимаю. Так, это Гранту забрал, да, получается, которым я говорил. Все. Так, ладно, хорошо, ребята, времени еще остается 30 минут. Если я еще что-нибудь интересненькое найду, теперь тупо по аддонам работаем. Тупо, например. Тупо по аддонам. Что-то есть. Пока нету ничего. Ладно, походу все, ребят. Но в любом случае я справился с задачей, я нашел все, что ты для меня спрятал.
Ну да, я разложился. Ну, собственно, да, время уже подходит к концу. Я предлагаю тогда заканчивать, собственно, у нас полные сетапы тачика. Значит, пора отправляться тогда проходить испытания. На самом деле у нас как бы две одинаковые Феррари, только моя летающая. Ха-ха. А, да? Окей. Погнали, короче, на испытания. Итак, ребята, первое испытание — это прыжок веры. Собственно говоря, ветряки, BMW... А, у тебя чит, блин. Ски. Врежься. Нет. Понимаю. Понимаю, но... Подожди, шансы, в принципе, есть, если тебя ветряки будут тормозить, на что я и хочу сделать упор, потому что сливать баги, единственная машина, которая у меня быстрая, я вот, ну, не хочу. На первом же испытании... Да, блин, не цепануло! Да. А меня цепанул ветряк, да, и тем более тормознул. Ладно, ребята, тут понятное дело, что сложно, можно было забрать балл, но, к сожалению, не получилось. Ничего страшного, идем тогда на следующее испытание. Итак, ребята, следующее испытание, спринг-гоночка, собственно, да. Теперь обратная сторона нашего ролика. Мы готовы. Поехали, братан, поехали. Да, поехали. Тебе помочь? Буду просто издеваться над тобой. Я тогда сейчас просто удалю машину и все, и будешь издеваться, так она мне надо. Потом будешь спавнить. Я не хочу ее красить. Ауч. Раз, окей. Братан, что ты такой быстрый? Да, я прям супер быстрый. Что такое? Я засмотрелся на тебя, к сожалению. Правофляндил в поворот, но ничего страшного. Это ты... Что там нитро-то подрубаешь? Я все видел. Я все видел, братан. Как красиво-то, Вася. А хотя давай ради эксперимента ты, короче, под нитро, под вторым, а я просто без нитро давай. Поеду вдруг. Хорошо. А вдруг что-то из этого выйдет? Давай. Вполне вероятно. Но не точно. Тихо. Тихо, тихо, тихо. Ты куда? Ты куда? Понимаю. Понимаю, ребята. Я думал, ты забагался у меня. Ну нет, 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 нет. Че, как дела у тебя там? Да по кайфу вообще. По кайфу? Ну слушай, не, на самом деле, мне вот из читов нравится офигительно это баги, потому что сбалансированная тачка, и можно ее держать спокойно и поворачивать на ней. Просто офигенно. Конечно, по скорости она проигрывает нашим новым читам, но все равно. Баги. Баги есть баги. Баги есть баги. Так-то и... да. Ты не отстаешь, я так посмотрел. Хотя не, ты врезаешься, походу, да? Ну да. Да. Ладно, ребята, тут и так все понятно, я думаю. Конечно, были шансы у Дони при втором нитро, но это максимально сложно держать тачку и, конечно же, ускоряться. Это мой балл 1-1 по баллам. Куда? Ну, лечи точнее. Ты летишь. Да, 1-1 по баллам, ребята. А мы тогда отправляемся на наше следующее испытание. Ребята, следующее испытание. Дерби до двух жизней. Собственно, Веста и восьмая. Давай попробуем, погнали. Давай. Как бы не был рад Весте. Но тут на этом испытании она то, что надо. Да. Да, да и да, да, отлично. Первая моя жизнь. Погнали далее тогда. Давай, давай. Тихо. Не, я понял. Кстати, она и тяжеленькая довольно-таки, это Веста. Да, но у тебя нету шансов просто. Шансов больше нет. Да, они вообще без. Да. Короче, ребята, мой второй балл, отлично. А мы отправляемся тогда на следующее испытание. Ребята, следующее испытание — это смертельный круг. Феррари против Супры, 3, 2, 1, поехали! Давай. Ага. Не, ну Феррари быстро — это да, но вот вопрос по ветрякам. Ну Супра тоже, кстати, не отстает. Хм. Даже догоняет. Чё по скорости догоняю, у тебя? Да. Чё по скорости? 200. 170. Ну здрасте, приехали. Ладно, ребята. В общем-то, надеемся на ветряки. Тормозов нету, понял. До свидания. До свидания. У Феррари с этим проблем нету. Блин, ладно. Кто делает такие машины, я не понимаю. Вот и вообще, ну типа, она просто как корабль уплывает. Зацепа братан, вообще с поверхности нету. Но. Открываешь один известный нам сайт, там открываешь что-то. А, хуй фига меня откинуло. Открываешь один из... Короче, открываешь ту тачку и смотришь автора. Вот у него и спрашиваешь. Да, такое. Тихо. Ауч! О, проехал, хорошо. А, я там не скачан или что? Я потихонечку еду, пытаюсь. Все, я проехал, собственно, да. Все. А тебя?
Ну, тоже вроде проезжаешь, да? Да. Что, поедем второй круг или на одном закончим? Я думаю, поехали. У тебя нету шансов. Нет у тебя шансов. У тебя шансов нет, успокойся. Она, конечно, поворачивает, обалденно. Я видел, какой у тебя радиус. Я просто, ну, смотрел за тобой все это время. Ну, не повезло, да, но... Ну, ты догоняешь, это меня вообще напрягает. У меня 220, да. Ну, 174 разогнал, ура. Надо прям сильно тормаживаться, чтобы войти в поворот. Тихо, все отлично, я зашел. Так, ну, в общем-то, ребята, если сейчас ветряки мне позволят выиграть, то это уже будет 3-1. А это не может не радовать, и там еще будет испытание с прыжком. Тихо, вау! Отлично. Блин, врезался. Давай. Блин. Врезался тоже. Тихо, отлично. Все, поехали. Ну, у него... поехал, да. У него скорость хорошая у Супры, ты вообще застрял конкретно. Да. Да, ребята, ну, отлично, собственно, 3-1 по баллам, мы идем на предпоследнее наше испытание. Итак, друзья, Audi против Porsche, группа готова, 3-2-1, погнали! Давай, let's go. Ну, братан, ты же понимаешь, что должен проиграть? Нет. Ой, хорошо, блин! Ну, все, пока. У меня тачка не переворачивает. У меня тачка не переворачивается. Да, обидно. Ну ты меня припечатал прям знатно. Но рада то, что ты... А, ты тоже поверху поехал? Ну а чё нет? Я думал, ты все-таки снизу будешь. Не зацепился, но нет. Повезло все-таки фуфлу. Фуфлу прям повезло, думаешь? Ну, да. Посмотрим. Вау, боже, как мне жалко Порше. Ну ладно, пойдет пока что. Главное, чтобы балл заработал. Так, гусь, уйди отсюда. Прости, гусь. Больше ты не гусь. Ты рядом. Давай, переворачивайся. Да переворачивайся. На колеса. Газу. На колеса давай, ты разворачивайся. Все, пока, дядя. Забудь. Да кого? Подожди, какой забудь? Сейчас ты перелетишь, и будет все четко. Я уже сверху, смотри. Забудь. Сам смотри. Я уже сверху, смотри. Я прыгаю. Я перелетел. Поехали ты. Порше, блин. Твою мать. Да ты кусок говна. Я тоже перелетел. Я тоже перелетел. Я заехал. Я здесь, знаешь, я на тележке повис. Я повис здесь внутри на тележке. Серьезно, на вот этой, что ли? А, на вот этой. Не мог съехать, короче. Если бы я не перелетел. Да, если бы я не перелетел, то это был бы мой балл. Ну, ладно, повезло тебе. 2-3 по баллам. Мы идем на последнее. Решающее испытание. Итак, ребята, мы готовы, летающий Феррари, летающий Тесла, 3-2-1, поехали. Ну да, 3-2-1, хорошо. Просто поехали. Короче, ребята, если сейчас я выиграю, то... Я очень хорошо... Вау! Да, прям очень хорошо полетел. Полторы штуки просто держатся. Короче, если выиграю, то все, это, считай, моя победа в кармане. Но Тесла тоже хорошо летает. Ну, не так хорошо, как Феррари, мне кажется. Да, не так хорошо. Я... Перелетаю гору, да, и на островах где-то остановлюсь. У тебя там что? На островах, тебя даже не видно. Я в Чили отрезаюсь, да. Тебя даже не видно. Ну, понятно, ребята. Ну, собственно, да, это мой четвертый балл. И говорит о том, что тихо-тихо, засейвится бы... Все равно потонул, но ничего страшного. А вот, это мой четвертый балл и говорит о том, что сегодня я победил в этой рубрике. Спасибо всем огромное за просмотр. Подписывайтесь на канал, не забывайте про колокольчик. С вами был Диман и Дуни. Всем удачи и всем пока, ребят! Пока!